Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Да-да. Да-да. У меня просьба к свету цеху, пожалуйста, давайте полный свет в зал. Чуть-чуть присядьте. Полный свет в зал и пушки, пожалуйста, все, что мне в глаза светит, убирайте. Но совсем другое дело. Во-первых, стало менее жарко. А во-вторых, я вас всех вижу, что самое главное. Всем здрасте еще. Очередной раз огромную признательность за все, что вы нам подарили, за ваше тепло, за ваше гостеприимство, за вашу доброжелательность. Спасибо, что приходили к нам. Я всегда говорю о том, что артист живет для своей публики. Артист. Если он артист, он живет во имя, для и за счет публики своей. Когда я сказал «за счет», и кто-то подумал о материальном, ничего страшного, никто не отменял уважительного отношения к честно заработанным денежным знакам. Но это, я всегда говорю, четвертая, пятая позиция. Она и нужная всем, но она занимает, когда за счет, четвертое, пятое место не ближе. А первое место занимает... Это то, что при включении света я не вижу ни одного человека, который ринулся бы к выходным дверям. Вот это самое ценное в жизни артиста, если такое случается. И за счет этого, в первую очередь, артисты продлевают благодаря вам свою жизнь и свое творчество. Конечно, я не ухожу без песни, которая звучит точно с 81 года на каждом концерте, как и вальс «Бастон». Эта песня написана после того, как я вернулся из пустыни Кызылкум, из города Учкудука, в котором, как и в Бейершеве, не было колодцев. В Бейершеве 7 не было, а в Учкудуке 3 тоже не было. Хотя в Бейершеве, вероятнее всего, может, и были когда-то. Пустыня все-таки рядом. Кстати, там тоже Кызылкум. Но сейчас там стоят 3 колодца, потому что их поставили после того, как ребята из Яллы написали эту песню знаменитую. Я там познакомился с очень хорошими людьми, благодаря которым эта песня и появилась на свет. Она написана для друзей. Во имя друзей и появится поэтому всегда с друзьями, за что им огромное спасибо. Лечить так лечить.
как придется, только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежды, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи, она уже не за горой. Но весною из полета возвратятся утки, стасковавшись по льдам с голубой водой. Помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже не так высоко. За весной гонялся быстрый кречи, вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Вот уже много лет я вам говорю. До скорой встречи. Без радости. Все вернется. Лаве! Желаю вам любви и много денег. Всего доброго!